Спустя 4 месяца эксплуатации, проехав на колесе почти 2000 километров, могу заявить, что Кингсонг, как обычно, можно использовать сразу из коробки, без каких-либо доработок. Едет отменно, комфортно, на мой взгляд, абсолютно безопасно. Во многом, и в этом я уверен, это связано с весом райдера. За это время мой вес не превышал 75 кг, и поэтому амортизатор ни разу не подвел, не заклинил. Особенное удовольствие доставляет спуск со ступенек и быстрая езда по пересеченной местности. Запас мощности и скорость позволяют чувствовать себя уверенно и на проезжей части. Очевидные минусы мне так и не удалось обнаружить. Думал, это будет вес колеса. Оно огромное и тяжелое. Однако за это время мне так и не довелось его поднимать, тащить или перевозить. Добротная удобная ручка очень редко и кратковременно используется. Поэтому ее высота не может быть минусом для любого роста. А вот в случае, если у вас колесо отрубилось и вам надо его катить пару километров, именно это произошло со мной недавно. Внезапно появившаяся ошибка номер 27 сделала колесо кирпичом. Тогда да, ручка не очень. Как и колесо в целом, на котором нельзя ехать. У колеса есть быстрая штатная зарядка в 5 ампер. Заряжает до 4 часов. Запаса хода 100 км вполне хватает для небольшого города. Чтобы сократить зарядку до 2 часов, можно использовать две зарядки одновременно. Кстати, по поводу расположения кнопки включения и портов зарядки, я абсолютно не согласен с теми, кто говорит, что это неудобно. Непривычно? Да, но очень удобно. В парковочном положении легко подключается, даже в темноте, с первого раза. При большом желании колесо можно дорабатывать. Установить ролики в направляющие, по отзывам это лучшая доработка. Установить толковую защиту от грязи в направляющие и тому подобное. Исправить известные заводские косяки.
все мы любим колеса. Колеса разные. Желаю вам найти идеальное колесо. Производители к этому стремятся, а мы надеемся и ждем.